намного лучше, солнышко пробивается, дождь наконец-то закончился, и мы отправляемся дальше в Кострому. Мы сейчас хотим рассказать про гостиницы собак, потому что нам не с первого раза удалось найти гостиницу, в которой можно с собаками. Очень многие гостиницы Ростова с собаками нельзя. Это одна, наверное, да? Или две там, там где можно? Там четыре гостиницы, есть такой сайт. Не надо рекламы за сайта. Вот, в общем, на сайте мы нашли эту гостиницу. Селиванов называется. Кстати, очень милая, желтенькая. Нас это очень порадовало. Тебя очень порадовало. Меня очень порадовало. И она подходит к нашей собаке твоим кедам. Она подходит к моим кедам. И даже собаки. Вот. Ну, а какое здесь условие? Главное, что вы оставляете депозит 3000. Я спросила, зачем депозит 3000? И мне сказали, мало ли, что может случиться. Я говорю, ну да, говорю, мой хомячок просто разгромит, говорю, номер. Утром просыпаешься, а голод диабоид дожирает последний кусочек. Как вы представили, что утром проснемся, и просто номер в хлам, стекла побиты. И обои сожраны. Вообще, она всю поездку вела себя очень хорошо. Прям вот всю идеальная поездку. Собака. У нас только первый день. Второй уже день, на самом деле. Мы сейчас собираемся в Кострому, и нас должны там встретить. И продолжение следует. И дается вот такая квитанция на депозит. Если все с номером хорошо, как мы думаем, нам должны вернуть наши 3000. Все, нам отдали наш депозит. Все хорошо. За собаку. Она ничего не сделала с номером. И мы отправляемся в Кострому. Ура! Начался снова дождь. Поднялся сильный ветер и очень холодно. Стой! Вот это то, что так. Поехали. Ну, в общем, поговорим о наших впечатлениях о Ростове. Мне город понравился. Понравилась его энергетика. Она какая-то такая самобытная, древняя. И настолько безмятежно, это все около озера. Подходишь к озеру, и вот как будто бы другого мира вообще не существует. Тишина, покой, кричат чайки, рыбачат рыбаки. Масло масляное, вот. Но меня расстроила немножко погода, потому что мы не взяли с собой зонт. Мы, конечно же, все посмотрели прогнозы погоды. Девчонки, которые были с нами, взяли с собой каждый по зонту, и все оставили в номере. Поэтому очень сильно вчера промокли, и, конечно, весь город посмотреть не удалось. По музеям не удалось походить. Вот этот бум-бум на камеру, ну вообще вот никак. Что это дворники. Ну, это дворники, да. Потому что опять начался дождь. И мы сейчас заливаем стекло водой для того, чтобы нормально сказать вам сюда на камеру. Непонятно выражалось. Заливаем стекло водой. Дождик. Дождик заливает стекло водой. Да. Теперь понятно. Спасибо. Полин, твои впечатления о городе? Мое впечатление, блин, я не могу только без подготовки. А ты вот просто шпари на камере. Ну, по энергетике, эта земля очень чувствуется, вот там вот присутствие Творца, что ли, или вот там как будто святая земля, там место силы, и я наполнялась там силой, энергией. Как будто там действительно святая земля. Но это чувствуется. Там действительно чувствуется святая земля. Как будто это слово паразит. Это не значит, что как будто. Это просто слово паразит. Это мы погуляли, посмотрели везде, попали под ливень, вспомнили свое детство, когда частенько попадаешь под ливень. Замерзли, у меня были все красные руки. Красные, прекрасные. Да, красные, прекрасные руки. На самом деле промокли вообще. Но очень
спасала, когда вот идешь такой мокрый весь, спасала петь песни. Правда, меня никто не поддержал. Но меня спасает, когда я замерзаю, смеяться. Я не смеялась, когда напела песни, мне было тоже очень-очень даже жарко. В общем, здорово отдохнули, сейчас мы едем в Кострому. Десятый раз сообщаем, сейчас в Кострому. На десятый мы там первые 9 вырежем, поэтому услышите только один раз. Нас там встречает Маша. Опять тучи, опять тучи. Вообще довольно пасмурно, да. Но настроение хорошее, потому что в любом случае, когда ты выбираешься своего привычного ритма жизни, то очень приятно, что что-то новое, новые пейзажи, новые люди. Все хорошо. Даже несмотря на дождь, все хорошо. И еще путешествовать с собакой определенные... Я думаю, что с овчаркой тоже, в принципе, реально путешествовать. Но... Единственное, что овчарку не спрячешь в рюкзак, когда заходишь в какой-нибудь музей, и будешь оставлять в номере. А так, у нас собака была все время с нами. В музеях, в монастырях она сидела в рюкзаке, причем тихо, хорошо. Так что, Голди вела себя как принцесса. Еще, мне очень понравилось... Смотровая. То есть я там была первый раз вот, смотровой. Вот, и вид на город просто чумовой, на озеро и такие вот прям дали. Да, я вообще была в Ростове первый раз и думаю туда вернуться, потому что писать этюды, конечно, там чудесно. Вот, и мы сейчас трясемся по дороге. Сейчас покажу дорогу. Хорошо смотреть из окна автомобиля на такие тучи. Знаешь, что тебе тепло и хорошо в автомобиле. Так что наш Федечка, нашу машину зовут Федя. Наш Федечка нас не подводит. Он просто зайка. Мы въехали в Кострому и ждем сейчас Машу. Сидим около универсама. Как написала Маша, что это пуп города. Переехали через большой мост. Ну, конечно, широченная река. Очень хочется погулять по набережной. Вот Маша. Где Маша? Маша еще даже не ответила. Может, ей позвонить? Я сейчас позвоню. Ну, сейчас мелкий противный дождь. Сейчас подъеду, через 7 минут. Отлично, через 7 минут она будет. Угу. Сейчас я пока поотвечаю на сообщение. Поотвечай на сообщение. Не на камеру будет сказано. Поотвечай. За ней сейчас двигаемся. Нам ехать буквально 5 минут. Хорошо. Хорошо. Синенькая рафулька. Интересно. Ну что, мы встретились с Машей. Очень быстро так встреча прошла. И как выразилась Маша, за серенькой рафулькой нам 5 минут. Где рафулька? Вон там где-то серенькая рафулька должна была быть. Давай искать серенькую. А, вон он. За вот этой черной.
Дороги здесь, конечно, просто охрененные. Может быть. Дело он туда. Здесь все места уже поделены, да? Привет! Мы снимаем нашу поездку. Ну что, Полина, вручай? Да. Да. Мы везли тебе подарок. Спасибо. Спасибо. Можно сразу открывать? Да. Прям можно вот здесь, прямо вот на камере. Как я это все люблю. У меня там как раз есть место в комнате, сразу куда повесить можно. Жалко, что с вами не могу не расслабить. Ой, я руки отдержат. Отдирай, отдирай, прям это же обертка для того, чтобы прям отдирать. Габриэль. Кошака тебе. К твоим, да. Прикольно. Здесь в подъездах стоят вот такие ящики. Мы сначала подумали, что тут для хранения трупов, но оказывается, здесь хранят только картошку. Я складываю кодовые замки. А, нет, не кодовые, ключик. Гулябельная зона, да? Гулятельная. Как раз это гряда, где у нас по вечерам весь свет прогуливается с дамами. Ну еще по набережной гуляют. Да, мы с собачками. Настя, ты попадешь. Настя, не улети туда, пожалуйста, только. Настя, улети, я сниму это. Все, можешь летать обратно. Давай, беги сюда. Знаешь, тут надо, беги, зимой беги. Хорошо на санках. Слушай, тут нельзя зимой дорогу перестали. Гони!